Would you growl? What's wrong with her? Yeah. Say good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Super, 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 L. Пойдемте соберем урожай. You guys gonna gonna go? Contaminated by the outside. Yes. Okay. Yeah, you don't have to. Пошли. Good morning. Мы идем за зеленым луком, шпинатом и салатом. Вот, у нас тут все растет. And you know I can't be back here long. Why? What? Because I'm mosquito bait. Ты уже пошли в семена, стрелки. Broccoli leaves edible. 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 It's edible. Why would I say edible? Because you're married to me. We can Google that. Это китайский шпинат. Он уже почти уже все. И салатик. Вот, еда. Hey! Oh, again, again. Two. 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 Yay, Боча! Да. Поменяла батарейку. She's addicted to mommy. Give her a GoPro since we don't use it no more. Yeah, but I want to drop it and click break the screen. Huh? I want to drop it and break the. You link. Put it in that case. Yeah. The heck, that the boss baby? That's an airplane seat. Завтрак. Будет два сэндвича. Завтрак у нас все очень просто. Какие-нибудь быстренько сэндвичи. Потому что потом нужно все убрать, прибраться, и спать. У меня первый сон. Yes? I'm just checking her out. I'm just wondering, like, is that how she really walks? Like, drunken all over the place. Because, you know, we usually hold her hand. Yeah. Я буду готовить. Вот, обычные сэндвичи. С овощами. Ну, сейчас я покажу. Да, так оно не снимало, мне странно. Кире Боджа, ням-ням-ням. So yeah, who needs teeth when all my food is mushy? I'm a Боджа, but I'm gonna get my teeth soon. Боджа kiss? Mwah. Thank you. Ням-ням-ням. Say hello everybody, I'm having my breakfast. I missed the drywall.
Thank you. Everybody wants to kiss the butcher. Ooh, looks like something in your nose. I'm about to go do some surgery. Давно уже спрашивала, какой майонез, если вы в Америке, вот, я покупаю такой, написано вот, видишь, веганский, но я не доверяю, в принципе, магазинскому уже ничему, вот, поэтому, может, когда-нибудь мы научимся сами его делать, было бы классно, вот, сейчас я делаю бутеры. Такие получились сэндвичи, у Инели вот здесь тунец, вот, мои вот эти два обычные. И у Нелли кофе. Кто-то должен был спать уже час назад. Эл, who's still awake? Каждый раз, когда мы делаем какие-то планы, Эл их меняет. Поехали по делам. Не знаю. Да. Но мы недалеко, поэтому так быстренько просто съездим, все сделаем и обратно домой. Эл сейчас размер 3 носит подгузники, но мне кажется, что они у ей уже маленькие. Поэтому мы поедем покупим хотя бы одну упаковку четверочки и посмотрим, как ей может больше и лучше понравится. Вот. Просто эти какие-то такие спадают постоянно. Мне кажется, они просто маленькие. Да? Ты моя красота? Мама? Съездили в магазин, купили Эл вот такие вот штуковинки. У нее есть банановые, но они у нас уже настолько старые, что они уже не, ну как старые, пару, сколько им, 2 месяца. Вот, мы купили вот такие попробовать, ей понравились. Они такие хрустящие. Lofts. Очки. Так что, по-моему, мы все поделали, даже купили подгузяку. Там подгузники даже купили. И сейчас поедем еще в одно место и, наверное, домой. По дороге домой остановились, и Нель как добрый самаритян. Остановился. Дядечка. У него машина, батарейка, видимо, умерла. Вот. Сейчас Нель его прикуривает, подкуривает, как это называется. Да. Да, Зайко. Папа помогает дяде. Все. Сейчас поедут они. Вон дальше. Вот мы дома. Уже покушала Эл. Ну так, перекусила. Она что-то сегодня вообще не ест. Жарко, наверное. Поэтому сейчас пойдем с ней гулять. Да, да. А папа у нас работает сверху что-то там. Вот, поэтому мы сейчас сел, пойдем на улицу. Он и нет. Эх,
ты уже переоделась, уже в платьишке. Таком красивом. Да. На улице такая жара. Вот. Мы заходим домой. Да. Заходим домой. Тут прохладненько, водичку попили, да? Сейчас пойдем обратно. Эл очень нравится, называет. Ну, вернее, смотреть на цифры нашего дома. Видели, какой дом у нас грязный, ты капец. Так. Побежали, 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 побежали. Вон какая, смотри, машинка большая едет. А что, вам показать пойти? Что у нас есть в огороде? А то вам же не видно в инстаграме, что когда я показываю. Ой. Мы с Эл туда ходим, есть ягодки. У нас шелковица. Зреет так уже почти. Ну, уже хорошо. Птички, конечно, поедают все самое лучшее, самое вкусное, но нам тоже успевается, да, перепадает что-нибудь. А сейчас я вам покажу. Здесь я вам просто покажу, что смогу одной рукой. Огурчики, они такие большие. Брокколи. Вау! Да, покажем, что у нас. Здесь так вот. Да. Что, польем семена, да? Семена польем? Расти, мой горошек, расти. Зайка. На улице очень жарко. 27, что ли, сегодня обещают. Около 30. Ветра нет, поэтому жарко. Эл поедает своего друга. Пульт. Инель дрелит стену. Он дрелит стену, чтобы провести канализацию наверх для стиральной машинки и сушилки, чтобы здесь закрыть потолок. Вот, сейчас вам покажу. Исай? You your vlogumentary, Buja? You're directing it? So mommy take the back seat? Mommy takes the back seat so I can film my daddy. Closer to upstairs, like a couple of inches up. Вот. Ага, тебе что ли надо? Зачем? Мы тут цел. Тусуемся, пофоткались маленько. Да, в платьишке моя красота стоит. Конечно. Привет, скажи. Привет. Привет, привет, Эл, привет. Стой, 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 на. И на этом вовсю. Ветки режет на улице. Жарко там, короче. Мы туда-сюда ходим постоянно. Но Эл сегодня не спит, как вы видите. Уже 7 часов она пропустила сегодня второй сон. Поэтому уснет она рано. Так что я успею это видео смонтировать и дать спать. Да. Стоишь? Стоишь? Молодец. Молодец, да. Сейчас еще часик погуляешь. Потом искупаемся, сходим. Да, зависки? Да. Вот такие пироги. Будем ходить гулять еще часа полтора. Хотя бы. Ну, говорят, это все-таки какой-то скачок в росте или в развитии, когда ребенок пропускает сон. Вот поэтому развиваемся. Идет моя зайчка. Ого. Сладочка. Баба. 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 Че ты ржешь-то? Че смешного-то? Баба. Тебе смешно, когда маме больно. Баба.
зубах. Бабай. Кто стоит сама? Standing up all by yourself. Yeah, you want to share it? Он says, спокойной ночи, пока-пока. Remember when you shoes in the belly? Пока. Get back over here. I give a Buddha growl. Зайчик, спать пойдем, да, скоро? Oh. Я сейчас буду. Her ears are really soft. Light. Где лампочка? Light. Где зайчик? Good job, daddy. Oh. Good job. Yeah, good job. Good job. Сейчас Эл пойдет спать. Я ее сейчас редактирую. Поэтому все. Пойду. Сейчас это все скину. Да, зайка. Спасибо, что сегодня посмотрели. Я надеюсь, что за эту неделю я смогу выкладывать видео хотя бы каждый день. Будет очень классно, если это получится. Окей. Все, спокойной ночи. Что у меня тип, Боджи? Где зубы, Уэлл? Зубы. Скажи, что это? What is it? What is зубы? I don't know what зубы is. What's going through her little brain right now? What's really going through your brain? You were sharing it? Hmm? You're sharing with Daddy what's going through your brain? Где обезьянка? Вот. Покажи пальчиком. Show me. Где? Point at Daddy. Yes. Oh, good job. Good job. Yay. Yes, my queen. I shall hold you. Good job. Good job, my queen, Buddha. Your Buddha-ness. She knows. She's like, yes. Don't call me any other names. She's a handful. Mama, da. Where's daddy? Где папа? What the hell? Oh, yeah. Say what? You don't see him?